Среди трудовых династий, отмеченных благодарственными письмами главы на праздники труда, Пророковы и Родина, отработавшие 116 и 61 год в сфере образования. С представителями династии ближе познакомилась моя коллега Инна Шейнина. Ольга Пророкова пришла работать в детский сад «Родничок» в Райсеменовском в 1987 году, после окончания Серпуховского педучилища. Тогда заведующей садиком была ее мама Нина Джахбарова. С той поры прошло уже 32 года. Детский сад – это не просто моя работа, это мой родной дом, который меня ждут мои дети. И, конечно, мой девиз, я всегда говорю, пришла в детский сад, улыбнись на пороге, и все, что ты отдашь, ты получишь в итоге. Ольга Шамильевна приучает своих маленьких воспитанников к труду и к искусству. Ребят из подготовительной группы можно смело назвать артистами. Под руководством Ольги Шамильевны они уже подготовили не один спектакль, который играют на праздниках в саду, иногда вместе с родителями. Тюрюк меня пустите, здесь бедняжку приютите. Я продолжаю свою династию и люблю свою работу очень. Общий трудовой стаж педагогической династии Джахбарова-Пророкова-Кузнецова составляет 116 лет. Кроме мамы, которая проработала учителем и воспитателем 42 года, точно такой же отрезок своей жизни отдала преподавательской деятельности и тетя Ольги Шамильевны, Антонина Кузнецова. Она работала старшим преподавателем Московского энергетического института. На празднике главе династии вручили грамоту главы городского округа. И еще одну семью педагогов чествовали в Серпухове в День труда в номинации «Образование» – династию Родиных, Выборновых, Гамалеевых. Глава династии Галина Родина работает педагогом в детском саду «Василек» в Васильевском почти 45 лет. Работа очень трудная, очень трудная. Нужно обладать очень большим терпением. Ну и, конечно, любить детей. Я уже работаю с 1974 года. Вот утром встаешь, вроде, уже тем более, что я уже столько лет проработала, да, что-то, и вроде как-то уже и не хочется. Приходишь в детский сад, смотришь в эти глаза, улыбаешься, ну и все, и забываешь. А дети, они вот помогают не застаиваться, так скажем, они помогают развиваться, потому что каждый день одно и то же, они это просто не примут. Вот, им нужно придумывать что-то новое постоянно, какие-то игры, вот, что-то, какие-то сказки мы с ними вместе ставим. Вот это вот интересно. Сестра Галины Родиной до пенсии работала воспитателем ясельной группы в Райсеменовском детском саду. Вот эти вот, Галя правильно сказала, вот эти глазенки, которые на тебя смотрят. Конечно, да. Вот так вот. И прям вот ты для них и царь, и бог, и мама. Тут однозначно. Всех представительниц династии наградили грамотами, цветами и аплодисментами.